Всем привет! Вы на канале «Современные родители». В этом обзоре расскажу вам про особенности велосипеда «Новотрек Астра 20». Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы сможете узнать из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Напоминаю, что для поддержки канала важна обратная связь. Пишите комментарии и ставьте лайки. Легкий в управлении и максимально комфортный. Оснащен дополнительными колесами для равновесия на случай, если ребенок только начал кататься на велосипеде. Прочная стальная рама велосипеда выдерживает сильные нагрузки и гарантирует надежность. Детская модель велосипеда имеет яркий стильный дизайн, на выбор есть несколько вариантов расцветки. Прочная стальная рама велосипеда выдерживает сильные нагрузки и гарантирует надежность. В этой модели используется рама Hardtail. Это тип рамы, не имеющий задней подвески. Hardtail'ы имеют меньший вес, доступнее в стоимости, легче в обслуживании и быстрее на относительно ровных поверхностях. Производитель рекомендует использовать байк с 7 до 9 лет, и рост не должен превышать 130 см. Руль и сиденье регулируются, поэтому вы можете адаптировать велосипед под необходимый рост ребенка. Для комфортной езды на руле используются грипсы, а седло имеет эргономичную форму. Этот байк укомплектован колесами диаметром 20 дюймов с хорошими покрышками. Жесткая амортизационная вилка сокращает дорожную вибрацию до минимума. За своевременное прекращение движения отвечают надежные ножные тормоза. Для безопасности райдера велосипед комплектуется светоотражателями и звонком, который расположен на руле. Защита цепи исключает попадание одежды в механизм, тем самым обеспечивает отсутствие непредвиденных ситуаций и травм. От грязи и пыли защищают стальные крылья, расположенные на обоих колесах. Прочный багажник с зажимом позволяет разместить на нем ценный груз и не переживать за его сохранность. В данной модели в трансмиссии предусмотрена одна скорость. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Очень неинформативная инструкция. Нет подножки. Теперь перейдем к положительным. Красивый и надежный. Очень легко собирается. Не тяжелый, хоть рама и выполнена из стали. Скорость одна, и этого хватает. Снабжен ножными тормозами. Как всегда, ссылки на полные характеристики и выгодные цены найдете в описании под видео. Следите за выходом моих обзоров. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забывайте писать комментарии и ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Современные родители».